Согласно распоряжению, отопительный сезон в Ачинском районе стартовал 15 сентября. В общем, отопительный сезон начался, будем так говорить, нормально. Заключены договора на поставку угля. Ресурсоснабжающая организация «Уголь завезен». Семидневный запас сегодня существует на всех котельных. В общем, вот так начало нашего отопительного сезона. В общем, я считаю, что мы в отопительный сезон зашли нормально. По котельным, то я чувствую себя нормально, что сейчас все котельные, есть резерв везде, не как в прошлый год, а есть резервные котлы, поэтому чувствую себя нормально. Главное, вот проблема мне – это котел на поселке Горном. Если мы его сделаем до больших морозов, то можно будем говорить так, спать спокойно.